Привет! Компания Blackview представила новый стильный смартфон Blackview A85 по очень-очень хорошей цене – $110. Тонкий стильный корпус с матовой стеклянной задней крышкой, которая устойчива к отпечаткам и жирам. Толщина смартфона 8,6 мм, а вес 193 грамма. Диагональ экрана 6,5 дюймов, но вот его особенность в том, что здесь 90 Гц. Это огромный плюс. Установлен 12-й Android с оболочкой DocOS 3.0. Это надежная и стабильная оболочка с интересными функциями. Сердцем смартфона служит 8-ядерный процессор Unisoc T606 с максимальной частотой разгона 1,6 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 встроенной. Кстати, 8 ГБ – это не предел. Можно расширить еще плюс 6 ГБ за счет встроенной памяти. Итого 14 ГБ. За графику отвечает процессор J57, а значит, в играх будет хорошая графика. В программе AnTuTu Benchmark данный смартфон набирает 226 871. Показатели перед вами. Аккумулятор на 4480 мАч с поддержкой скоростной зарядки. Она идет в комплекте 18-ваттный блок питания. Его должно хватить на 6,5 часов видео, на 6 часов игр или на 18 часов разговоров. Динамик установлен один, но заявляет производитель, что он очень громкий и сочный по передаче звука. Теперь поговорим о камерах. Производитель заявил, что здесь установлены камеры студийного уровня. Звучит, правда? И производитель снял отдельный видеоролик тестов с примерами фото, как в дневное, так и в ночное время. Сзади, как мы видим, располагается три модуля. Основной модуль на 50 мегапикселей от Samsung JN1. Второй модуль на 8 мегапикселей – это широкоугольный на 120 градусов захвата. И третий модуль камеры – это макрообъектив. Достойные снимки делает и в вечернее время. Видео снимает 1080-30 кадров, не больше. Хорошая новость – Blackview A85 имеет тройной лоток сим-карты. Две нано-сим-карты и карта памяти до 1 терабайта. Есть разблокировка по лицу, сканер, встроенный в кнопку питания, есть NFC и поддержка всех типов спутника – GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Еще одна функция, которая обычно ставится у противоударных телефонов – это программируемая кнопка на левом торце от экрана. Можно настроить на фонарик, на звукозапись, скриншот, push-to-talk, SOS-режим или же игровой режим. В общем, настроить под себя. Модель доступна в трех цветах, не обошлось без каких-то супер названий. Глубокое синее море, черный космос, небесное зеркало. В комплекте есть все необходимое, включая силиконовый чехол и стекло. До 24 ноября купить по камеси нет возможности. Но с 24 можно уже совершать покупку по 30 именно по цене $110. Сейчас можно лишь добавить в корзину и получить уведомление, когда цена снизится и будет стартовая продажа. Для того, чтобы купить, переходите по ссылке в описании или же здесь закрепленная подсказка, а также ссылка будет в конечных заставках. Как всегда, приятно было сделать предобзор. Ставьте лайк за труды. До встречи в новых видеопроектах.